Но есть такой секрет, когда вообще люди к тебе располагаются очень быстро. Вы просто должны расположить в самом начале. Не сказать невзначай комплимент, не тривиальный. Тривиальные комплименты могут сказать все. Большого ума не надо для тривиального. Я делаю такой способ, чтобы понравиться людям. Ну, сдаю прямо так, женские практики. И мужчинам, и женщинам. Я просто смотрю человеку прямо в глаза и про себя проговариваю. Я люблю тебя всем сердцем и душой. Человек чувствует, что от меня идет тепло. Это невероятно простой случай, но он работает. Вот попробуйте. Попробуйте 21 день. Интервью сразу нельзя начинать с вопросов. Настоящее интервью только спонтанное. Пришел человек в плохом настроении, сделай комплимент. Скажи, слушайте, я там видел ваше там последнее, очень замечательно, такой вот. Вы должны знать все о человеке. Вы должны не хвалить его, что дерьмо вы сделали, а вы должны найти в этом дерьме, если вы его не, ну, как бы, хотите критиковать, но вы в дерьме должны все равно найти что-то хорошее. Знаешь, вот когда ты начинаешь получать кайф от интервью, это все чувствуют. Когда человек видит, что ты ему нравишься, он начинает рассказывать тебе абсолютно все. Но нужно войти в шкуру этого человека, любить его. О грехе, ну извините меня. Человек без грехов нафиг кому нужен?